это, можно сказать, первый всероссийский слет вездеходчиков, называется «Вездеход Трофи 2016». Ну, как тебе пришла в голову мысль? Естественным образом. У нас было несколько мероприятий, это Ладога, потом были Вологодские просторы, где меня не было, но люди поучаствовали, получили удовольствие. Но я подумал, что пора эту тему развивать вездеходную, что хорошая почва подготовлена, люди понастроили вездеходов и хотят каких-то приключений, я надеюсь им их предоставить. Было 26 заявок всего, ну, кто-то по погоде, кто-то по состоянию техники, не все приехали, пока 18 участников заявилось. Самые дальние — это Мурманск, Смоленск, Владимир, ну, естественно, Ленинградская область, Москва. Будет два рабочих дня, это пятница и суббота. В субботу будет второй спецучасток на целый день с 8 утра, и я надеюсь, до вечера будет спецучасток на 60 километров, довольно сложный. Спасибо, друзья, что вы приехали, несмотря на плохую погоду, гололед. Надеюсь, что мероприятие вам понравится и станет традиционным.
Пропай, Вадик, где? Вадик! Вадик! Лебедка, лебедка сидит. Ты чуть-чуть колесами. Колесами чуть-чуть помогай. Как в чемпионате, лебедки, блокировки, лапландерные мосты, работа идет как надо. Сложность и простота прохождения вот этого препятствия зависит от резины в первую очередь, потому что, допустим, резина вот такая, как у Шерпа, она позволяет сходу зайти. Колеса с мелким протектором буксуют, и участникам сложнее. Спасибо. Так, следом. Рассказываю. Ехали, все было хорошо, но потом вдруг перестали ехать. Чё? Я говорю, рассказывай, что хоть. Сломалась оська цепи. Сейчас переклепаем, поедем. Из-за того, что камней нету поблизости, наковальни, естественно, тоже. Все неудобно. 1-1-1-0-3. Ну это вообще редкая шпаломка, да? У меня первый раз.
Лех, ну ты все-таки хочешь сказать, что ты сделал, да? Да, сделал. Но это было несложно.